А вот как обстоят дела с таксистами Алматы, как им удается уклониться от оплаты налогов, расскажет моя коллега Ольга Зинченкова. С 1 апреля прошлого года поставщики услуг такси должны быть оснащены кассовыми аппаратами и выдавать пассажирам фискальные чеки. Также обязательно в автомобиле должен быть установлен таксометр. Однако с появлением на рынке приложений по вызову такси ничего этого делать не надо. Водитель, заключая договор с таксопарком, автоматически получает все необходимое на свой смартфон. И плюс 1% корпоративный. Общий сувези вычесть налога 20%, да? На сегодняшний день в стране работает несколько мобильных приложений такси. Сотрудничество водителей с ними полностью проходит через смартфон. По сути, водитель такси не является штатным сотрудником, а лишь оказывает услуги таксопарку. При этом фискальный чек представляет сам таксопарк. Из этого следует, что данный водитель с легкостью может уклониться от налоговых обязательств. Водители, которые даже подписавшись на этот Яндекс, Юбер, ну вот эти все приложения, не регистрируются в качестве хозяйствующих субъектов или предпринимателей. Мы в определенную частоту берем сведения у этих юридических лиц и потом администрируем эти списки. Там получается, каждый список идет посписочно с указанием ИН тех лиц, которые подписаны к ним, с указанием сумм, которые они получают. В налоговом комитете отмечают, что независимо от того, сотрудничает ли водитель с таксопарком или занимается частным извозом, он обязан быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и выплачивать все налоговые отчисления за тот доход, который он получает с извоза. Есть закон о дорожном движении, и там прописано, что именно лица, занимающиеся пассажирскими перевозками, должны быть зарегистрированы именно в качестве хозяйствующих субъектов. Также в департаменте госдоходов отметили, что если водитель работает не через приложение таксопарка, он также обязан предоставить фискальный чек. При отказе пассажир вправе обратиться с жалобой в налоговый комитет. Уклонистам от уплаты налогов может грозить наказание вплоть до конфискации автомобиля. Ольга Зинченкова, Руслан Куанышев для Атамекен Бизнес Алматы.